Бегом! Убить их! Жди здесь. Осторожно, они повсюду. Я осторожен. Нашли что-нибудь? Пока ничего. Мне нужна пушка. Другое дело. Что-нибудь нашли? Тут пусто! Будь свободен. Теперь водонапорной башни. Надо забраться наверх. Ты поражена? Я их всех победил. Я бы выразилась немного иначе. Что-то видишь? Там пожарная лестница, но я не достанусь. Когда залезешь, столкни ее вниз. Вот так. Эй, смотри, что я нашла. Вот так. В чем дело? Заперто? Черт, заклинило. Она чем-то приперта с другой стороны. Ладно, поищу обходной путь. И открою ее. Это мысль. Очень смешно. Я в этом церкви клоун, но в клетке сидишь ты. Назад. Почти. Ну вот, теперь попробуй. Я поражена. О, нет! Эй, у нас гости! Черт!
Там, справа! Справа они повсюду! Кажется, это все. О, нет. А. Никак не отвяжется. Ну, давай. Я прикрою тебя. Вот, держи. Ладно. Ладно, поехали. Неплохо для прошлогодней модели. Давно об этом мечтала. Вот и водонапорная башня. Есть, получилось. Не высовывайся. У тебя есть запасной план? Сейчас придумаю. Вон Хлоя. Флинн с ней. Передумал? Нет. Так, они вот-вот отправятся, надо торопиться. Я пойду туда один. Нейт! Стоп, послушай меня. А ты пока пойдешь вон туда и уведешь один из этих... Внедорожников. Внедорожников. Mm. Обеспечишь транспорт, я проберусь туда, схвачу Хлою, а ты заберешь нас. На угнанной машине. Да, на ней. Да, поняла. А ты? Я понял. Марш! Порядок? Оу. Да. Так, осторожно. Ладно. Увидимся, когда... Люблю запах железнодорожных путей. Надо попасть туда. Вот так.
Надо подняться, посмотреть сверху. Это поезд. Ну и как мне туда спуститься? Должен же быть выход. Может, я заведу эту колымагу? Что нужно? Быть больно. Thank you.
мост ушел. На абордаж. Что? Я запрыгну на этот поезд. Ты рехнулся? Подвези к поезду, я прыгну. А зачем только спрашивала? Делай, что говорю. Ну, и как ты собираешься выбираться оттуда? Соображу по обстоятельствам. Ну, конечно. Поехали. Ага. Еще чуть-чуть. Уже почти. Просто. Давай! Прыгай! Проверить билеты.
принесет вам заказанные напитки. Спокойной ночи. Сейчас я вышибу тебе мозги. Танк? Господи, откуда у них тут танк? Вот это беда!
Ним. Наступаем! Убить его! Вот они! Куртка сейчас пригодилась бы. Проклятие! Моего поезда. Опять ты.
как мне сбить этот проклятый? О! Лечим подобное подобным. Снова спасла мне жизнь. Ты цела? Уходи отсюда, Нейт. Ты с ума сошла? Ты представляешь, что я вынес? Знаешь, никто не просил тебя геройствовать. Хлоя, брось, на это нет времени. Именно. Так что убирайся отсюда, пока еще можешь. И бросить тебя с ними? Ты выбор сделал. А что ты от меня ожидала? Ожидала, что прикроешь мне спину. А я что делал? А ты тащил двух идиотов на своей. Так удачи с Флином. Вы друг друга стоите. Поверить не могу. Нет. Ты просто не знаешь, когда надо остановиться. Что? Нечего ответить? Совсем ничего умного? Гарри, стой! Нет! Даже не думай! Хватит! Просто отпусти его! Прикончить его! Пальцы.
Послушайте, может, хватит? Надо быть героем, правда же? Глупо. Кто так строит? Черт! Куда уж хуже-то? Может, этот покрепче? Боже, как мне надоело лазать. Вот это дурной знак. Твердая земля. Что-то видел. Он жив. Ложись. Либо вылезу отсюда, либо истеку кровь. Обломка!
Надо пойти проверить. Либо вылезу отсюда, либо истеку кровью. Не легче. Либо вылезу отсюда, либо истеку кровью. Kalau saja tak sempat je, siapa yang salah gitu, kau mungkin terpakar. Как я здесь оказался? Кадиче, kira jurumbu lega di caya mara. Ладно. Kira masih bersu de cembure. Сколько я здесь лежу? Я, Том, Том. Спасибо. Нет. Мне. Хватит.
Я ланг тукса рэбэ. Прости, я не понимаю. Что? Я ланг. Спасибо. Я кира дэбэ имбэ. Я, шо? Шефер керан гу дэша. Шо? Ку кераним дэ кэджэши е гу дэша. Где это я? Шо? Ненем дэ шо? Наверное, мне надо идти за ним. Кто-нибудь знает английский? Ясно, за тобой. Пора. Простите. Что? Я вас вижу. А я уж подумал, что мне нечего терять. Нейт, слава богу, ты цел. Прости, я... Ничего. Елена, может, хоть ты знаешь, что происходит. Давно я тут? Несколько дней. Я пришла за тобой по рельсам. Что там произошло? Ты была права. Хлоя вовсе не нуждалась в моей помощи. Это ее работа? Нет. Нет, это привет от Флина. Шефа Гудеша. Я. Не Аго Цэ Сонг. Идем. Тебя ждет один человек. О! А вот и наш таинственный гость. Нейт, это Карл Шефер. Как здоровье? Да, ничего. Вот и славно. Ну, прошу. Полагаю, у нас с вами много общего, мистер Дрейк. В самом деле? Да. 70 лет назад я тоже пришел сюда. Вернее, меня сюда принесли. Все мои товарищи погибли. Меня отправили с экспедиции в Тибет на поиски дороги в Шамбалу. На самом деле, целью был Чинтамани. Так... Друг мой, где вы это взяли? В Борнео. А что? Это же ключ к Шамбале. Именно этот предмет крайне необходим вашему противнику, хотя он об этом не знает. Думаю, знает.
Я очень признателен за вашу заботу. На самом деле, но я вышел из игры. Так. Они сломали тебя, м? Неужели так просто? Да, пусть так. Но все только начинается. Где ты его нашла? Вот что, сынок, твоя гордость уязвлена. Но тебе повезло, ты жив. Да, все убеждают меня, что я везунчик. Между тем, все мои планы идут к черту. Нейт. Нет, Елена, хватит. Хватит, надоело играть в героя. Твой противник так просто не сдастся. Не уйдет. До тех пор, пока не получит желаемое. Да? Так власть ему в руки. Во власти-то как раз и беда. Самые грозные властители в человеческой истории обладали лишь фрагментом камня Чинтамани. Такие, как Тамерлан, Чингисхан. Если такую власть дает лишь один осколок, кем же станет тот, кто завладеет всем камнем? Это же чушь. Это наверняка и есть его цель, Нейт. Тогда Лазаревич и правда чокнутый. Это просто миф. А если нет? Елена, хватит. А что, если это правда? Мы уже знаем, на что он способен. Нужны доказательства? Ты их получишь. Увидишь собственными глазами. Тензин, Тинсанадала, Тингокере. Найдешь останки моей экспедиции и сразу все поймешь. Тензин отведет. Что? Не ням да что? Короче, я сон. Пойму, если я доживу. Только будь осторожен. Полагаю, по-английски ты не знаешь ни слова. О, заманчиво. Что это значит? Ты так зенденькто. Зачем спрашивал? Ты... Тесон? Я не понимаю тебя, приятель. Купа, чё мэгё? Стой! Тензин! Зачем это нужно?